Здравствуйте, Эрнест. Здравствуйте, очень рад видеть. Тоже рада видеть, рада Спасибо. Возможности, разговору. Спасибо. Вот в этой программе, что она отличается от студийных, как бы возможностью говорить в более спокойной, свободной обстановке. Я хочу, Эрнест, разговора о самых болевых точках ситуации, которую мы наблюдаем на сегодняшний день в стране. Вот сегодня многие жалуются, что им живется плохо, что у них есть проблемы. Я понимаю, почему люди об этом говорят. Вот а вам как живется? Ну, я такой же простой человек, простой гражданин, поэтому мне живется не хуже и не лучше, чем тем 80-90% граждан Молдовы, которые по всем опросам считают, что страна движется в неправильном направлении. Я в некотором смысле даже с гордостью отношу себя к этому большинству, потому что последние года 4 пишу и говорю о том, что страна не просто движется в неправильном направлении, она движется в пропасть. И непонятно, какое чудо спасает Молдову от окончательного провала, окончательного коллапса как государства. И с другой стороны, что еще должно случиться, чтобы народ понял, что это нужно прекратить, этому нужно положить конец. И нельзя позволять так издеваться над народом, так цинично, открыто, и делать вид, что все это нормально, все это в порядке вещей. И самое главное, что это во имя европейской интеграции. У меня создалось впечатление, что вы живете на две страны. Я вижу, что вы пишете, понимаю, что вас волнует. Вот не знаю, насколько правильно сейчас говорить, что для вас в приоритете, но вот тем не менее, как-то вы у себя это в голове устроили, да? Да? Что-то первичное, что-то вторичное, или как, вот, как вы об этом думаете? Знаете, для меня первичные простые человеческие качества и, скажем так, простое человеческое счастье. Потому что оно одинаково для, если не всех, то для большинства народов. Ну, во всяком случае, на постсоветском пространстве радости очень похожи у людей и горести очень похожи у людей. Я выступаю поборником справедливости, в том числе социальной справедливости. Я выступаю поборником чистоты государственной системы, ее прозрачности, ее открытости людям. Я борюсь за то, чтобы власть придержащие в какой бы то ни было стране понимали, что они слуги народа, а не народ их слуга. Эти проблемы, эти горести одинаково актуальны и для Молдовы, и для Армении. А можно сказать так, что вы ощущаете себя армянином, да, который живет в Республике Молдова, что у вас две родины? Именно так я ощущаю, абсолютно верно. Как то есть, хорошо вам помогла. Да, я всегда ощущал и буду себя ощущать только армянином. То есть в национальном, в этническом вопросе здесь никаких вариантов быть не может. Но, естественно, я армянин до мозга костей, проживающий в Республике Молдова. Соответственно, мне одинаково близки те проблемы, которые имеются и в Республике Молдова. То есть я не могу сказать, что, допустим, проблема коррупции в Армении волнует меня больше, чем в Молдове или наоборот. Да. Единственное, что волнует меня больше в Армении, это, конечно, вопрос национальной выживаемости. Потому что Армении с соседями не повезло. И 70% границ Армении закрыто, представляет собой линию фронта с Турцией, Азербайджаном. Молдове в этом плане, конечно, повезло больше. И поэтому мое отношение к проблемам Армении острее по той причине, что ошибка властей Армении будет стоить 10 раз дороже, чем ошибка властей Молдовы для соответствующих стран. То есть там в вопросе национальной выживаемости власти Армении как сапер ошибиться могут только один раз. Пока они, слава богу, фатальных ошибок не допустили, я бы сказал, что делают много глупостей, делают много того, чего можно было не делать или сделать иначе. В Молдове, конечно, тоже все это присутствует, но, опять же, это не так фатально, как для Армении. Наверное, в этом кроется ответ на вопрос, что означает быть армянином до мозга костей. Это ваша фраза. Да, армянин до мозга костей – это означает быть по крови, по зову предков, по ощущениям. Я приехал в Молдавию еще в 1988 году вместе с семьей. Но никогда у меня не покидало чувство родины. Я очень долго не был на родине. И последний, вернее, с 1993 по 2014 год я не был в Армении по разным самым причинам. И когда я поехал туда спустя 20 лет,
Конечно, страна изменилась до неузнаваемости. Но вот мое ощущение родины не изменилось ни на секунду. Я когда приехал впервые за много лет в свой родной город Гюмри, Ленинакан, у меня было ощущение, что я оттуда уехал вчера. То есть, опять же, город полностью изменился. После землетрясения его значительно отстроили, облагородили, хотя и выглядит он довольно депрессивно. Но у меня было ощущение, что это мой город, что я туда приехал буквально вот как по делам. И мне удалось в течение вот зимы 2014-2015 года и потом осенью 2015 года трижды поехать в Армению. И каждый раз я ловил себя на том, что я не хочу уезжать. То есть у меня там нет жилья, у меня там нет работы. Есть только мои родные, мои родственники. Но я оттуда уезжать не хочу. То есть чувство тоски, вот этой сильной ностальгии по родине, оно все сметает. Оно все сметает. Вот это заставляет меня, или не Значит, заставляет, позволяет мне понимать, что я армянин до мозга костей. наверное, не настолько сметает, чтобы вы оставили здесь все, чем вы, собственно говоря, занимаетесь. А если пойти немножко дальше в нашем разговоре, то соглашусь с вами вот в чем. Вот эти две страны, Молдова и Армения, есть много вещей, которые нас связывают. И одна из страниц — это, конечно, наше общее советское прошлое. Да. Вот День Победы, день 9 мая. Будут праздновать и у нас, будут праздновать и там. Вообще, вот для вас, вот что этот день означает? 9 мая – это один из моих любимых праздников. Правда? Действительно, абсолютно искренне это говорю, потому что ощущение причастности к великому свершению, великой победе над фашизмом, ну, дает мне повод для гордости. У меня были предки, которые погибли на фронте. Да и вообще Армения внесла несоразмерно большой вклад в победу, в том смысле, что количество погибших на фронте армян, по-моему, 300 тысяч, составляло огромный процент по отношению к населению. То есть больше, по-моему, только в Белоруссии погибло людей. И огромное количество героев Советского Союза, которые дали армяне. Одно только село Чардахлу, которое сейчас находится на территории Азербайджана, дало 4 маршалов Советского Союза. То есть для армянского народа это такой же праздник, как и для всех других народов бывшего Советского Союза. Но все-таки не для всех сегодня, особенно если мы говорим о бывшем Советском Союзе, этот день так много значит, вот как для вас, например, для меня, еще для большого количества людей. Вот этот День Победы, это 9 мая, у нас скандал. Он связан с американской бронетехникой. Вот почему это стало возможно в Молдове? Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, нужно чуть, извините меня, ширше взглянуть на вещи и понять, что эта власть просто-напросто не хочет учить историю и даже современность не хочет усваивать. Давайте начнем с того, что Соединенные Штаты Америки, так же как Советский Союз, Великобритания, Франция, это страны-победительницы. Их присутствие в той или иной форме на параде Победы – это нормально. В 2005 и в 2010 годах на парадах Победы в Москве были американцы, были британцы, французы, были поляки, которые тоже внесли огромнейший вклад и огромные потери понесли в войне. Это нормально. Но я догадываюсь, что власти Молдовы действовали отнюдь не из соображений исторической корректности. Они явно не считали историю для того, чтобы это сделать. Им просто нужно было показать, что вот у нас в гостях американцы, что они нас защищают от русских танков мифических и прочее, прочее. Я хотел бы задать вопрос властям Молдовы. Окей, я не возражаю против присутствия американской бронетехники, но где британцы, где французы, где поляки, где российская бронетехника на параде 9 мая? Давайте будем равноудаленно корректными по отношению к этой исторической дате. Вот это мне не нравится. То есть вы не поверили объяснению, вот, например, президента, который ссылается на то, что Соединенные Штаты, они точно так же приняли участие во Второй мировой войне. Знаете, я все время задаю людям вопрос, когда мы говорим на эту тему, в предыдущих эфирах в том числе, потому что мне кажется, что он очень важен. И сформулировать его можно так. Кто все-таки вот настаивал на этом? Вот больше наши или американцы? Я уверен, что власти Молдовы. Абсолютно уверен. А что американцы так просто взяли и сказали, ну раз так вот власти Молдовы Ну, раз нас приглашают, что бы не настаивают? пойти?
Вот да, Молдова, да. В Америке очень плохо знают тут, Молдову. А тут посольство вот пишет, что не все нам рады, а некоторые тут говорят, что, извините, яйцами закидают наши, как это, бронетранспортеры. Да, ну что я могу сказать? Я вот пытаюсь сейчас найти адекватный ответ на ваш вопрос, вспоминая советские годы. Многие мои молдавские коллеги, особенно старшего поколения, говорили, что все, допустим, вот процесс разрушения церквей в Советской Молдавии или там какие-то еще действия, которые указывались из Москвы, они на самом деле это осуществлялись местными руками. И местные кадры всегда старались переплюнуть, вернее, не то, что переплюнуть, выслужиться перед Москвой и доказать ей свою лояльность. Угу. Сейчас просто поменялся центр. Сейчас раньше была Москва, сейчас Брюссель, либо Вашингтон, кому как больше нравится. То есть просто молдавские власти хотят красиво себя нарисовать перед американцами. Ну, знаете как, здесь надо смотреть по-человечески. Ну, пригласили американцев, они пришли. Американцы не вторгались в Молдову, как они это сделали в Ираке, да? Они пришли, потому что их пригласили. А вот зачем их пригласили? Как было согласовано между верховным главнокомандующим, на минуточку, Тимофти, да, и министром обороны Шалару, который проигнорировал призыв верховного главнокомандующего, это, пардон, уже проблема не американцев. Ну, американцы уже поняли, собственно говоря, вот в какую ситуацию они попали в связи с тем, что они вот приняли любезно, да, приглашение от наших властей. Знаете, я сейчас не завидую американскому послу. Господину Петиту. Вот совершенно строго ему не завидую, потому что он попал сейчас в двойную глупую ситуацию. Первое, это вот встреча Плохотнюка с Нуланд в Вашингтоне. Mm-hmm. И второе, вот приезд американской бронетехники. Ему приходится, с одной стороны, выгораживать свое вашингтонское госдеповское начальство в вопросе Плохотнюка. Он на работе. Да, это его начальство. А с другой стороны, ему приходится здесь заниматься, знаете, есть такая профессия спин-доктора. То есть, когда кто-то из властей делает глупые заявления, потом выходит спин-доктор и начинает это заявление исправлять, поправлять, спин, то есть перекручивать. Сейчас ему приходится быть в роли спин-доктора, который сказал, вы знаете, вот так вот надо было сделать, а мы вот там типа что-то не поняли, а вот мы имели в виду вот это, а вот мы не знали и так далее и тому подобное. Глупейшая ситуация, глупейшая, потому что, ну, если Тимофти, у него же было такое два обращения в течение суток. Первое обращение, когда он попросил Шалару, хотя он главнокомандующий, может потребовать, но он попросил он Шалару. Верховный главнокомандующий. На минуточку. Он попросил учесть ситуацию и прочее, прочее. Шалару сказал ему, иди-ка ты, господин президент, лесом. И тогда господин президент сказал, ну хорошо, я пойду лесом, а американцы, в общем-то, не такие уж плохие ребята. Ну то есть ситуация, ну, комичная, но это было бы смешно, если бы не было так грустно. Это в очередной раз показывает, что у нас нет президента. Это в очередной раз показывает, что у нас министры делают, что хотят, а потому что у них нет начальства верховного. Ну, Эрнест, я спорила с людьми, которые говорили примерно то же, что и вы, и говорила им одну вещь. Ну, не знаю, вот понимаете как, Шалару, конечно, многое решает, но я полагаю, что все-таки не нужно вот это решение сваливать все на него, потому что есть люди, которые позволяют ему так себя вести, а может быть, даже направляют его в этом его поведении, да? Конечно. Потому что это было бы слишком думать, что у господина Шалару есть такие полномочия. Но вообще скажу вам так, это выглядит отвратительно, потому что президент, меняющий свою позицию два раза в день, причем кардинально, и причем выставляющий его в таком свете, на мой взгляд, это выглядит очень печально. Вот я, когда прочла это письмо его советника, вначале вот поняла, что да, есть очередной повод сказать, вот президент. Чуть-чуть там погордиться. Да, как вот мы это делали. Но потом я вспомнила, что так было уже. И что, в принципе, это может еще зимой не так... Зимой мы это уже проходили, да. Это, и вот я оказалась, к сожалению, права, потому что я вначале прочла, что сам господин Шалару за президента сказал. Да, он так и сказал. Президент поручил мне передать вам, значит, вот, что он уже передумал, он согласен. А потом вот уже, собственно, на сайте президента. Ну, не знаю, вот сложное. Если мы говорим о руках, которые крутят этими процессами политическими в стране, mm-hmm. то нужно понимать, что у либеральной партии сейчас есть великолепная возможность продвигать свои интересы в обмен на то, чтобы обеспечить голоса будущему кандидату от Демпартии на выборах президента. То есть, насколько я понимаю, господин Плохотнюк убедил господина Гимпу не выдвигать своего кандидата, а в качестве отступных он позволил ему устраивать полный беспредел в Кишиневе, и б
на уровне отдельных министерств, в данном случае Министерства обороны, вести такую политику, которая им заблагорассудится. Соглашусь относительно слова «заблагорассудится». А знаете почему? Потому что если верить тем опросам, а нельзя все опросы вот просто взять и скинуть со счета. То есть либералы не могут не понимать, что у них шансов пройти в следующий парламент практически все нет. Все меньше и да. меньше. Да. То есть отсюда люди себе, так я думаю, да, они себе в голове сказали так, ну хорошо, значит мы должны из этого мандата извлечь все, что мы можем извлечь. Убирать да? так с музыкой, да. 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 Или как тут в том украинском анекдоте, оцепить помидоры, уже вот под конец, чтобы еще что-нибудь успеть, да. Вы знаете, Эрнест, никто вот из-за этого скандала не говорит о позиции России. А мне кажется, что надо бы об этом подумать. Потому что, вот знаете, как для армян, вот если хочешь обидеть армянина, то скажи что-то не то о геноциде. Да? Или сделай там что-то не да. то. Да. Вот мне кажется, что на сегодняшний день ситуация такова, что ты, если хочешь обидеть русского, то нужно что-то плохое сказать или сделать в отношении Дня Победы. Абсолютно точно. Вот. Как-то они молчат. Но тем не менее, ведь наверняка это их задело. Они же понимают. Это очень сложный, болезненный вопрос в том плане, что вызывает мое давнее изумление. Изумление, то молчание, с которым Россия сопровождает все внутренние пертурбации в Молдове где-то с 2012 года. Никогда не забуду свой шок, когда в сентябре 2012 года в разгар одного из маршей унионистов с соответствующими лозунгами я прочитал заявление посольства России, где выражается надежда на улучшение двусторонних отношений, на там, братство, дружбу, партнерство. У меня такое ощущение, что либо у посольства России до этого отключили интернет и телевидение, что они сидели без информации, либо туда приехал вчера человек новенький и решил красивый текст написать. Потому что абсолютный диссонанс между контекстом ситуации в Молдове и отношением к России и вот этот вот причесанное беззубое заявление посольства о дружбе, мире и жвачке. Я даже, по-моему, не только в Фейсбуке, по-моему, даже на блоге своего написал, что так нельзя. Можно, конечно, не вмешиваться, да, открыто, как это делают некоторые западные. Я так себе подумала, они не могут, наверное, написать в отношении того, что творится на площади да. в городе Кишиневе. Да, да но прямо вот так, когда буквально еще не остыли следы унионистов, где они говорили, там, русская армия, вон из страны, и так далее, и выходите с таким заявлением, я это к чему так подробно говорю? У меня ощущение, что либо российское посольство самоустранилось, либо оно каким-то образом дружит с этой властью, причем дружит в тех местах и с теми людьми и в то время, когда мы не знаем и не видим. Меня это очень сильно удивляет. А вот сейчас, на 9 мая, да, мы говорим о сегодняшнем дне, ну, возможно, какое-то заявление будет. Возможно, железная леди российского МИДа Мария Захарова выступит с каким-нибудь осуждающим заявлением. И что? И все. Но это одна сторона вопроса. Это мы говорим о внешней публичной стороне вопроса. Да. Если не публичная. Среди экспертов бытует мнение о том, что когда в марте Керри приехал к Путину, они приняли решение заморозить ситуацию в Украине и в Сирии. И я подозреваю, что в Молдове тоже. То есть решили пока оставить все на самотек, не менять статус-кво, потому что Обама уходит. Ему нужно оставить какое-то позитивное наследие, ему нужно оставить хотя бы видимость того, что ситуация в Украине близится к, если не урегулированию, то какому-то логическому этапу, за которым можно начаться собственное урегулирование. Мы говорим о Минских соглашениях, которые американцы очень хотят, чтобы Россия выполнила со своей стороны. Хотя в этом документе нет ни одного пункта, который бы что-то требовал от России. Что интересно, но все мы понимаем, что без России там ничего не получится. Да? То есть американцы рассчитывают на это. Американцы там со скрипом, как-то закрывая глаза сквозь пальцы, смотрят на операции России в Сирии, где-то они там что-то координируют. То есть пытаются сейчас сыграть на сброс, на заземление вот этой ситуации и в Украине, и в Сирии. И поэтому в Молдове сейчас устраивать конфронтацию, прекрасно зная о том, что ближайшие досрочные выборы скинут эту власть просто на мусорную свалку, этого не хочет... А скинут, вы полагаете? Если выборы будут транспарентными, и если ЦИК будет ЦИКом, а не очередным кабинетом Плохотнюка, то эта власть будет сметена.
просто сметена. Но я подозреваю, что это России сейчас тоже не нужно, потому что, ну, окей, достигли какого-то джентльменского соглашения. Не будем там, не будем там, давайте Молдове тоже подождем. В конце концов, у нас выборы 30 октября, а в Америке 8 ноября. И дальше, как говорится, будем посмотреть. Если там выигрывает команда республиканцев, не факт, кстати, что Трамп еще, но это будет означать, ну, чуть более жесткий вариант нынешней американской политики. Но если выигрывает Хиллари Клинтон, это будет означать в 5 раз более жесткий вариант нынешней политики, потому что Хиллари олицетворяет так называемое троцкистское интервенционистское крыло в американском истеблишменте. То есть они такие леволибералы, но интервенционисты. И они по духу очень близки правым неоконсерваторам, которых олицетворяет наша подруга Виктория Нуланд. А Виктория Нуланд, чтобы вы понимали, это Маккейн в юбке. Потому что она супруга Роберта Кагана, американского политолога-эксперта, который работал, может быть, сейчас не работает, я точно не знаю, советником Джона Маккейна. Ну, короче, вот вам и связочка. Да, версия, что мы доросли, наконец, до того уровня, когда результаты выборов президента США напрямую будут влиять и на ситуацию в Республике Молдова. Здесь абсолютно. Я с вами соглашусь. Эрнест, чем вся эта эпопея вот с этой бронетехникой закончится? Я понимаю, что это сложно сейчас что-то спрогнозировать, но тем не менее. Ну, я какой-то особой драмы не вижу. Конечно, будет очередной всплеск напряженности. Опять, простите меня, Колорадо с укропами условные наши, да, молдавские, подерутся. Ну, не в буквальном смысле, а в соцсетях, в прессе будут кричать друг на друга. Одни будут закидывать яйцами вот, американскую бронетехнику, другие с хлебом и солью будут их встречать. Ну, опять мы увидим еще одну трещинку вот в том пресловутом геополитическом разломе, который проходит сквозь все молдавское общество. Ну, я не знаю, на мой взгляд, все-таки возможны варианты. Я, например, не исключаю, что все-таки, приняв во внимание тот факт, что американцам будет не очень приятно, если в сторону их техники будут лететь яйца, может быть, например, правительство примет, я не знаю, какое-нибудь постановление, да, что где-то как-то это что постараются смягчить, может быть, не на площади, может быть, в другом месте. Вариантов, на самом деле, очень много. То есть я допускаю, что этот вариант тоже имеет право на существование, потому что если все-таки здесь не идти на какие-то компромиссные решения, это нехороший имиджевый, понимаете, вот такой момент для американцев. И здесь они уже не будут ориентироваться на то, что скажет наш господин Шалару, потому что вот если по всем телеканалам будут показывать, как кидают то, что кидают в их технику, это не добавляет им положительного образа. Вы знаете, мне нравится ваша мысль, я ее продолжу. Если углубляться в молдавскую местечковую конспирологию о том, что всем руководит Плохотнюк, то я подозреваю, что это действительно большая, извините за грубость, подстава для американцев, потому что пригласить их в страну на этот праздник и допустить, значит, то, что американцы подвергнут остракизму публично, это действительно удар по американскому имиджу. Это покажет, что их тут не ждут, они тут не welcome. И в некотором смысле, да, логика определенная есть, потому что... Особенно тоже у них выборы, да? То есть мы понимаем, что это никому не надо. Это никому не надо. Естественно, обвиняют русских, что здесь чуть ли не сам Путин стоял на крыше правительства и руководил бросанием яиц. Все это понятно, мы это проходили. Это мы даже не обсуждаем. Так но и будет. Есть и вторая сторона. Я еще с января, когда вот было обострение вокруг парламента, я разговаривал с коллегами, мы пришли к общему выводу, что Плохотнюк сейчас силен как никогда. И американцы вроде как ему благоволят, но кто сказал, что для Плохотнюка это закончится хорошо? Американцы замечательные ребята, у них есть свойство такое интересное. Они за своего сукиного сына, конечно, надерут одно место любому, но потом этому сукиному сыну надерут 5 раз сильнее и выбросят его куда подальше. Так было и с Каддафи, так было и с Хусейном. Так было, пардон, с Януковичем, потому что на выборах 2010 года за Януковича работала американская консалтинговая фирма, между прочим, близко к республиканской партии. Янукович тоже был человеком США до определенного периода, пока от него не избавились. И это нужно помнить всем, кто считает, что он схватил Бога за бороду, и теперь американцы его лучшие подруги.
Но тем не менее, молодоамериканские отношения сегодня на подъеме. Я бы так даже сказала. Допустим, да. Потому что мы видим, что происходит. И здесь я действительно перехожу к визиту господина Плохотнюка в Соединенные Штаты Америки. Вот скажите, Эрнест, вы удивились, когда увидели информацию, кадры, вот, кто его принимает, как принимает, и главное, что при этом говорят? Вообще не удивился. Ну, дело вот в том, вы лукавите. Что... Нет. Нет, а ну знаете, вот когда почему сказали, нет? Продолжайте в том же духе, вы совсем вот не удивились. Нет, когда сказали, продолжайте в том же духе, да. Это было, конечно, я подозреваю, что кто-то где-то не так понял, не так написал. Ну ладно, мысль понятна. Я хочу другое сказать. Это неудивительно по той причине, что в Америке есть вполне легальные традиции лоббизма. И там не считается зазорным заплатить какого-нибудь консалтингу агентству типа Podesta Group какие-нибудь 100 тысяч долларов, чтобы тебе организовали красивую встречу вот с тетей Нуланд, например. Это все легально. Вы понижаете ставки. Когда говорили о Филате, вот не берусь сейчас утверждать, что это правда, но назвали 400 тысяч, 500 тысяч. Ну извините, хорошо, миллион долларов. Вот такие, давайте красивые цифры. Миллион такие долларов. Такие суммы называли. То есть, ну что такое для Плохотнюка миллион долларов? Я вас умоляю. То есть заплатить какой-нибудь условной Podesta Group миллион долларов, чтобы тебя организовали встречу с тетей Нуланд, это в Америке, это не то, что незаконно. Это традиция, которая соблюдается десятилетиями. Это, об этом открытая информация пишется, понимаете? Угу. Какой-нибудь Бжезинский или Киссинджер, патриархи американской дипломатии, они не считали себя зазорным за энную сумму денег кому-то чего-то организовать. Там замолвить словечко, порекомендовать. Это все нормально. То есть нужно понимать, что это сенсация только для молдавского политикума и для молдавского сегмента Фейсбука, который изголодался по жареным фактам. То есть вот у нас в январе был драйв, слава богу, что он закончился мирно, хоть и незаконно. Мы хотим еще драйва, мы хотим Плохотнюка с нулом, но это же круто. Мы и великие, разве это плохо? Вы сейчас знаете, что делаете? Вы нивелируете результаты визита господина Плохотнюка и его команды в Соединенные Штаты. Я не берусь сейчас с вами спорить вот, в отношении того, насколько эта схема, которую вы сейчас нарисовали, она вот, влияние там, за деньги, да, вот, насколько она, не знаю, ну, справедлива, имеет шансы на жизнь. Вот, как говорится, слухами сейчас, да, только какими-то, так же, как и вы, кстати, да, да. Мы можем располагать. Но вообще, это поддержка власти. Конечно. Это выглядит как поддержка молдавской власти. Были сказаны слова в поддержку молдавской власти. Понимаете, был еще разговор с представителем МВФ. Это я не знаю, то есть, понимаете, как можно там с Нулан встречу как-то еще как-то что-то. А здесь вот целевая абсолютно беседа, да, касается поддержки Республики Молдова. Это так воспринимается. Но мы-то с вами знаем, что так просто ничего не делается. Как вы полагаете, все-таки Соединенные Штаты Америки, чем они обусловили эту свою поддержку? Они обусловили это тем, что пусть лучше будет один ужасный Плохотнюк, который держит все в своих руках, чем 5 условных неплохотнюков, которые, придя после досрочных выборов в классе, начнут уже между собой чего-то там делить и определять. Я приведу вам одну историческую параллель. Она, может быть, конечно, корявая прозвучит, но логика понятна. В сентябре 1991 года президент США Буш, тогдашний старший, приехал в Советский Союз. Он понимал, что Союз разваливается. И американцы этого страшно боялись. Я читал воспоминания дипломатов, американских, британских, да, и так далее. Я даже знаю, почему они это боялись. Потому что они понимали, что один Советский Союз, он, конечно, империя зла, но он один, и он предсказуем. Горбачев предсказуем, там где-то управляем, да? Они боялись, что распадется Союз на 15 государств, а может быть и больше, 4 из которых ядерные. Да. И вот куда это расползется? Этого скорее, да, этого скорее боялись. То есть вот сейчас американцы думают, ну мы понимаем, что Плохотнюк ужасен, что он там держит всех в ежовых рукавицах, что он то да сё, но он один управляет страной, де-факто. Вот давайте мы будем с ним одним иметь дело, чтобы через него иметь представление о том, что в этой стране есть и будет. Это циничная, но это нормальная имперская логика. Да, у меня в этой связи только 2 вопроса. Знаете, получается, что вот совсем уж наплевать то, что у этого человека 90% антирейтинга, то есть вот население его не любит, но это его проблема. Угу. Это так. И второе,
все-таки они в несколько неудобное положение ставят тех людей, которые тоже, будучи оппозиционными силами, ну, по крайней мере, мы их ассоциируем с позицией Соединенных Штатов Америки. Правая оппозиция, да. Да, как-то вот этот момент он никого не беспокоит? Я подозреваю, что это очень сильно беспокоит американского посла. Опять же, да, то есть я еще раз скажу, я ему не завидую. Ой, как я ему сейчас не завидую, потому что с января он оказался в чудовищной ситуации, когда он, по сути, стал одним из участников внутреннего политического процесса, что уже нарушает дипломатические нормы. То есть уже все привыкли, что американский посол здесь многим рулит, да. Уже закрывают на глаза на все эти уставы, конвенции, которые запрещают дипломатам вмешиваться в внутренние дела страны. Уже на это закрыли глаза. Но он оказался не просто участник внутренних процессов, он еще и, по сути, арбитр. Он судья и прокурор. Еще не палач, но уже судья и прокурор. И тогда, в январе, когда он сказал, что я разговаривал с господином Плохотником, он оставил впечатление там, какого-то, да, умного, такого-то, такого-то человека, он уже выдал индульгенцию. И сейчас, когда мы видим противоречивые заявления МИДа Молдовы, американского посольства о том, кто же все это организовал визит Плохотника в Вашингтон, кто инициатор, кто пригласил, почему он там. То есть вот этот сон вопросов и отсутствие на них внятного ответа дает нам еще больше пищи для размышлений, для очередных теорий заговора. Они сами дают нам возможность эти теории заговора разрабатывать, потому что мы не видим внятного ответа, скоординированного. Когда одно противоречит другому, мы вынуждены сами искать решение. Ну хорошо, тем не менее, этот визит, мне так кажется, он скажется на внутриполитической обстановке в стране. Непременно скажется. Непременно скажется. И я... Вот поясните. Ну, давайте так пойдем. Вы затронули тему правой оппозиции. Это очень интересная тема сейчас. Да. Я с января не устаю писать о том и говорить о том, что вот эта поддержка американцев режима Плохотнюка сильно подорвала моральные устои именно правой оппозиции, которую всю жизнь молились на американцев и ждали, что придет добрый капрал какой-нибудь, вытащит из кресла Плохотнюка и выкинет его подальше и спасет нас от олигархизма. Не получилось. И это очередной, скажем так, приступ когнитивного диссонанса, который испытывает сейчас наш правый электорат. Сторонники платформы, сторонники Майю Санду, Юнус Турзи. Я говорю сейчас только о непарламентских правых партиях, потому что о парламентских говорить просто уже неприлично. То есть вот эти слегка атомизированный правый сегмент, он сейчас находится в состоянии полной прострации, он не понимает, что происходит, как американское посольство несколько раз за 3 или 4 месяца могло выразить такую поддержку. И еще 2 раза Нуланд. Они не знают, что делать. К Москве уходить они не собираются. Это противоречит их каким-то внутренним устоям. Да? Продолжать уповать на Запад глупо, потому что Евросоюз нам тоже не поможет. У них, Евросоюз... по сути, 2 варианта. Либо согласиться, то есть промолчать. Да. Ну, вот как-то так. То есть вот оно было и все. Но, в принципе, согласиться с той ролью, которую Штаты уготовили Плохотнюку, да, это, как мы видим, эта роль чрезвычайно велика, либо с этим не согласиться, выйти и людям честно сказать, да, мы рассчитывали на то, что нас поддержат Штаты, но они нас не поддержали, потому мы больше не можем считать, что их позиция для нас так много значит. Как-то так. И вот, если вы видели в интернете недавно, небольшой пикет прошел американское посольство. Отнюдь не Москва его организовала. Вот это как раз есть первое публичное выражение той прострации, о которой мы говорим, то разочарование, которое постигло правый электорат. Я сейчас этим людям не завидую, потому что они фактически в тупике. У них, с одной стороны, над головой вот этот олигархический псевдо-прозападный режим, с другой стороны, у них западные силы, которые этот режим поддерживают. А в итоге страна продолжает катиться в пропасть, денег нет, вы упомянули МВФ, я подозреваю, что никакого конкретного ответа они оттуда не привезут из Вашингтона после переговоров. Сейчас приезжает новая миссия 28 мая. Но я очень сильно сомневаюсь, что деньги будут, потому что ничего с последнего, по-моему, февральского отказа или мартовского не изменилось в стране, из чего вдруг тогда деньги не дали, сегодня дадут. Хотя чудеса возможны. Да, я бы так не была не так категорично. Да. Вдруг. Это точно. Теперь вот с правыми мы разобрались, но левым получается то, что происходит, оно им сильно на руку. Потому что у нас левый электорат пророссийский,
А все знают, как, какие сегодня отношения у России с Соединенными Штатами Америки. И вот эти вот все вещи, которые творятся, да, там и с площадью, и с бронетранспортерами, и с визитом. То есть получается, что полку левого электората у нас прибывает. И опросы, кстати, вот еще до того, да, до этого всего, они как бы мою правоту подтверждают. Ну, количество сторонников Евразийского союза приближается уже к 50%, а Европейского союза, по-моему, 36%. Как-то так. Ну, то есть разрыв не увеличился за год, но он и сохранился очень внушительным. 13% разница — это огромная разница. Огромнейшая разница — это, ну, это, по сути, крах. Это крах европейской идеи в Молдове, я уже не говорю о самой власти. Это крах вот той красивой, не знаю, обертки, эмблемы, на которые мы все равнялись, да, которые поклонялись, и она тускнеет, тает, вот, хиреет и так далее. Знаете, у меня в эфире был политический комментатор Анатолий Цирано, и я задала ему такой вопрос. Означают ли вот все эти последние события несколько изменения конфигурации нашего внешнеполитического вектора? И он сказал, что на данном этапе, да, он видит, что мы больше уже не так привержены курсу евроинтеграции, понимаете, что уже пошел явный уклон, да, в сторону Соединенных Штатов Америки. А мы с вами всегда знаем, что все-таки нужно рассматривать как два отдельных игрока. Я имею в виду позицию Штатов и позицию Европейского Союза. Вы подтвердили бы его слова? Я бы как минимум согласился с тем, что европейский фактор в Молдове очень сильно ослаб. Европейцы, будучи большими бюрократами, да, большими функционалистами, я имею в виду приверженцами функционалистской теории, то есть все должно быть, как говорится, по-написанному, да, грубо говоря. Да. Американцы приверженцы реализму, неореализму. У них интересы всегда на первом месте. Поэтому американцы действуют более открыто, более недвусмысленно. Европейцы устали. Слова Перкита Пиола об этом четко говорят. Второе заявление за полгода Турбьорн Ягланда о том, что в Молдове, мягко говоря, не все в порядке, это тоже красноречивое свидетельство. Мне понравилось, как в один день, когда речь зашла о том, что продолжайте в том же духе, сказали американцы, появилось заявление господина Хана о том, что они разочарованы ситуацией в Молдове. То есть вот это было в один день. Да. И два заявления от двух внешнеполитических таких серьезных игроков. Мне кажется, это тоже не случайно. Это, конечно, не случайно. Это означает, что Европейский Союз не просто устал. У него своих проблем достаточно. У него проблема мигрантов сейчас стоит настолько остро, что Европейский Союз сейчас стал заложником Турции с ее этим 2-миллионным потоком незаконных, ну, то есть беженцев из Сирии и прочее. Сейчас Евросоюзу не до Молдовы. А американцам, наоборот, это интересно. То есть вряд ли они будут здесь что-то устраивать, да, жестко, какую-то эскалацию проводить, ну, по крайней мере, до конца этого года точно нет. Но то, что они готовы перехватить инициативу в Молдове и повести свою игру руками Румынии и напрямую, в этом я не сомневаюсь. Но, с другой стороны, у нас есть фактор Германии. В этом году Германия действующий председатель ОБСЕ. Это немаловажно. Просто, опять же, эта проблема беженцев очень сильно оттеняет Германию как игрока. Случись вот этот весь расклад в прошлом году, до прошлого лета, Германия была бы намного сильнее, и, может быть, она смогла бы каким-то образом эту ситуацию переломить. Потому что Германия не заинтересована здесь в усилении Румынии. Германия заинтересована в том, чтобы Приднестровский конфликт был решен на основе соблюдения обоюдных интересов и России, и Европейского Союза. Соответственно, Румынии и США это не нужно. То есть здесь очень сложные схемы, многоуровневые. Не будем в них углубляться. На это еще одна передача потребуется. Вот в этой связи, какими вам видятся грядущие президентские выборы? Насколько они будут честными? Я понимаю сейчас то, о чем я вас спрашиваю. И с какими шансами у кандидатов? Давайте начнем с того, что это будут, по сути, первые интересные выборы в истории Молдовы. Выборы 96-го года мы интересными считать не будем, потому что тогда не было информационных технологий. Интересные президентские вы имеете в виду?
Да. Президентский, да, конечно. Это потому, да, что у нас были и парламентские интересные. Очень интересные, да. То есть это будут первые такие жесткие, открытые, полноценные выборы со всеми избирательными технологиями, со всеми коммуникативными вот этими вот наработками, с грязными технологиями. Все, что хотите, все будет здесь и сейчас. Народ изголодался. Народ изголодался, потому что все и так понимают, что партии в Молдове созданы не по, на доктринальной основе, а на основе личностных ориентиров. В Молдове процветает бонапартизм в партийном пространстве. Поэтому люди хотят выбирать не какую-то мифическую партию, которая потом повернется на 180 градусов, проголосует незнамо за кого, за какого-то президента в парламенте, да? Народ хочет выбрать лицо, фигуру, которая останется лицом и фигурой и будет хотя бы номинально проводить какую-то свою политику. Вот, кстати, самая большая загвоздка здесь, даже не итоги честных выборов, да, или нечестных, а полномочия. Потому что конституционная реформа 2000 года сделала из Молдовы парламентскую республику. Она была президентско-парламентской. И сейчас, если мы выбираем президента всенародно, да, возникает вопрос, а какие у него будут полномочия? Много вопросов. Прежних полномочий, возникает, да, как вот, допустим, Воронин и вот после него, да, этого не может быть. Потому что если мы меняли ту конституцию, да, в том, так давайте вернем все, что тогда было. Иначе возникает противоречие. Это президент будет английской королевой, или он все-таки будет президентом хоть с какими-то полномочиями? Это во-первых. А во-вторых, даже если выборы будут честными, победит кандидат от оппозиции, он столкнется с очень серьезной фрондой. Есть много примеров в истории современной о том, как президент одной партии не нашел общего языка с парламентом, а другой партии. Да? Допустим, это как было во Франции, когда парламент, скажем, голлистский, да, а президент социалист или наоборот. Когда в США сейчас президент демократ. У нас Петр Кириллович президент и парламент. Мы помним, какая у них была война, да? Ну вот чем это закончилось, да, для Молдовы, мы тоже видим. Вы знаете, я бы все-таки не хотела сейчас вот как-то вскользь говорить на эту тему, потому что она бесконечна, и надо на самом деле очень много моментов вот здесь выделять. А я хочу поговорить сейчас вот по поводу все-таки этого вопроса барометра общественного мнения. Там очень много информации именно вот в этом опросе. Какие вы еще есть для себя вот самые главные выводы сделали, прочитав его результат? Мой самый главный вывод касается того, что этот опрос, барометр, практически полностью совпадает с опросом, который 2 недели ранее провели американцы. Международный республиканский институт. Буквально за 2 недели до вот этого барометра появился этот опрос американцев. Я ему верю больше по ряду причин. Не хочу обижать наших молдавских коллег, своих коллег, но просто... Секундочку, больше американцам верите? Больше американцам, да, верю. И я бы даже сказал, что американцам очень неприятно тех цифр, которые они получили. Это уже второй опрос, который они, да, проводят. Да. Предыдущий, да, был, кажется, в октябре. И он, кстати, его результаты, говорят, повлияли на, да, на позицию власти. То есть они как бы поняли, да, если это... Она публика... стала еще хуже, да. Да. Она, да, стала, да, еще, да, хуже. Кстати. Вот. То есть цифры там ужасающие, что в вопросе барометра, что в вопросе американцев. Вот это для меня главное. То, что они совпадают. Это означает, что никто теперь не может упрекнуть ни коварный госдеп в интригах, ни наших социологов молдавских, то, что на кого-то работают. Вот они, пожалуйста, 2 разных опроса пока создают одно и то же. А одно и то же – это катастрофа для страны. Знаете, а я для себя сделала несколько другой вывод. Я порадовалась за наших избирателей, потому что наконец-то я увидела причинно-следственную связь. Потому что раньше, когда народ тоже говорил, что он недоволен тем, что происходит, и тоже была масса недовольных, и говорили, что не в неправильном направлении, и доверие к институтам власти было, но потом шли и голосовали за те же партии. Я вообще тогда помню, долго так каждый раз вот пыталась что-то там как-то себе объяснить, мне было сложно. Сейчас уже есть связь, народ видит, вот причина. Вот как-то. И я как-то хотела бы сделать комплимент, на самом деле. Людмила, вы, называется, ковыряете сейчас пальцем в ране, на самом деле. Потому что... Я ковыряю, потому что эта рана, если мы не будем ее ковырять или как-то лечить, она будет очень долго нас беспокоить. Потому что я вот всем коллегам говорю, что на выборах 2014 года я, к счастью, не участвовал. Я был в командировке в Тбилиси 3 месяца. И сидя там и читая в интернете тот парад
лицемерия и фальши, я просто был готов, ну не знаю, приехать и всех тут передушить, понимаете? Потому что когда я вижу... Ты не думал, что итогу... вы такой кровожадный. О, я очень кровожадный. Ужасно, да. Когда я видел, ведь опросы общественного мнения были и тогда, они все были ужасными, они все были 70-80% антирейтинга и так далее. И когда вот на фоне всего этого я читаю в Фейсбуке стенание людей о том, что давайте мы дадим этой власти еще один шанс, да. Давайте мы не пустим сюда русские танки, давайте... Вот, давайте, и теперь, когда мы имеем украденный миллиард и еще более деградирующую экономику, я каждый раз не упускаю случая поиздеваться над теми, извините меня, идиотами, которые тогда пищали «давайте спасем европейскую мечту», а сейчас пищат два раза громче: «ой, что у нас, что делается, люди добрые». А раньше где были ваши головы, ваши уши, ваши глаза? Вы не видели, вы не знаете, с кем имеете дело. Вы дали им шанс, и они этим шансом воспользовались. Они огромные деньги у вас украли, у вас придурков. А сейчас сидите и не плачьте, а кусайте себе локти и другие доступные места. Потому что вы в этом сами виноваты. И в этом смысле, кстати, вчера же Петит заявил, что не американцы голосовали за эту власть. Да? Да. Он прав. Не американцы виноваты в том, что эти лицемеры безголовые выбрали этих же воров, которые украли миллиарды и сделали все прочее. Просто американцы виноваты в другом, что они это все потом прикрыли красиво. И что они сейчас поддержали. Да. Как-то так. Вы лично, вы, под свое будущее, после таких слов в отношении нашего электората, все-таки вы связываете с Молдовой? А я не по поводу электората говорил. Я к молдавскому народу отношусь с уважением. Я говорю конкретно о тех крикунах. Ну, голосовала-то все равно масса народа, которая голосовала, вот, ну, все равно за эти партии. Потому что кликушествовали как раз вот эти вот так называемые лидеры общественного мнения. Ну, оставьте сейчас лидеров. То есть, нет, вот вы сейчас хорошо сказали о том, что вы видите причинно-следственную связь. Это очень правильно. Да. Я тоже верю, что, ну, неужели наконец-то молдавский народ понял, что эта страна идет в неправильном направлении, что нужно что-то менять. И вот январские события, когда мы были на грани уже, реально на грани кровавых столкновений, я понял, что народ действительно устал и действительно хочет перемен. Соглашусь. Но не хватило ему, этому народу, жесткости оппозиционных лидеров и последовательности. Не было у них, у нашего триумвирата оппозиционного в январе, последовательности. Ну, сейчас, да, это все обсуждают и как бы свои объяснения предлагают. Я вернусь к этому вопросу, чтобы я не подумала, что вы не хотите на него отвечать. Все-таки ответьте. Да. Вот такая у нас страна с вами, как есть. Вы связываете свое будущее вот с ней? Потому что сейчас очень много людей, недовольных тем, что происходит. Они многие даже и не говорят. Они просто собирают чемодан и уезжают. А вы как? Я скажу откровенно, я хотел бы связать свое будущее и будущее своих детей, но я пока этого будущего не вижу. И при первой же возможности уехать я уеду. Мне грустно это слышать. А что делать? Когда вот я окончил университет, ну, пятилетку тогда, да, в 2002 году, все мои однокашники, однокурсники были уверены, что я уеду первым. Мне сказали: ну ты там толково, ты там то-то, сё. Я говорю: нет, ребята, я останусь, я еще верю в будущее. Это уже тогда было плохо, да? Я сказал: нет, я останусь, я верю в будущее этой страны. Сейчас я вспоминаю себя того, я говорю: какой же ты был идиот. Чего ж ты раньше не видел, что это будет только хуже, хуже и хуже? Я еще раз только могу повторить, что мне грустно, но я уважаю вашу позицию. Вообще у вас вот непростая судьба, мы все об этом знаем. А каким вы себя видите лет это через 10, через 20? Вы сами. Дай Бог здоровья и жизненных сил. Я вижу себя точно таким же человеком, как сегодня, который борется за простые человеческие права, радости и хочет, чтобы его близкие, любимые люди жили хорошо и счастливо. Я не строю каких-то наполеоновских планов, боже мой. Я привык, ну не то, чтобы плыть по течению, нет, я привык решать проблемы по мере их поступления и не планировать очень далеко. На сильное большое будущее. Это неправильно. Ну, то есть через 10 лет вы точно так же будете преподавать? Вот как вы себя видите? Возможно и преподавать. Возможно. То есть все-таки вы еще пока четко, да? Нет, я даже не хочу это так думать. Зачем? Вы не думаете об этом? Нет, зачем? Моя жизненная история показала, что планировать не нужно. Жизнь может повернуться так, что ты вообще даже и ахнуть не успеешь. Поэтому я живу, пока живется, работаю, пока работается.
люблю, пока любится. У меня есть двое замечательных детей, есть любимая жена, есть родители, сестра, много родственников. Есть ради кого и рядом с кем жить, понимаете? Вот соглашусь, потому что мне кажется, что самое главное – это увидеть себя через 10, через 20 лет счастливым. Это каждый, наверное, к этому должен стремиться. Другой вопрос в том, вот каким смыслом наполняют люди само понятие вот, да. счастья. Да? Что для каждого из нас означает это самое счастье. Я благодарю вас за эту беседу. Мне было интересно услышать вашу оценку тех событий, которые происходят у нас в стране. И желаю вам, конечно же, счастья. В том Спасибо. Смысле, который вы сами вкладываете в это слово. Приходите Спасибо большое, Людмила. Спасибо, что дали возможность пообщаться. И мне иногда не хватает такого общения тет-а-тет. Да. Меня совершенно не пугает присутствие видеокамеры абсолютно. То есть я такое ощущение, что мы просто сидим где-то действительно разговариваем. Мне такие форматы очень нравятся. Спасибо. Желаю вашей передаче, вашему формату процветания. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.